Да я, хоть нас я берите пойду. Сразу и меня вы тоже. Да. Почему? Ну, потому что родину надо защищать. Да. Мы же из СССР. Конечно. Теплее оденемся. И, по крайней мере, ну, конечно, на передовую нас не пустят. Мы уже старенькие. Вот. Но там... В подсобных делах, да, ради бога. Снаряды подносить, да, кашу варить. Категорически против. Почему? Ну, женщина должна заниматься своим делом. Каким растить делом? Детей, в школу их водить, как говорится, супы готовить. И кормить своего мужа, а мужчины должны уже, как говорится, охранять страну. Отрицательно. Женщина должна рожать и получать подарки, цветы и радовать мужчин. В принципе, да. Я бы пошла. Бегать, прыгать по лесам. Да, ну, а почему бы нет? Я считаю, что дом можно. Отрицательно категорически. Почему? Потому что у меня дочери. Ну да, конечно. Ну, я серьезно говорю, за наших мужчин, я думаю, что наши жены встанут. В принципе, не думаю, что это нужно. Это, опять же, очень затратно будет. Я сомневаюсь, что у нас совместные полки резко образуются, потому что, ну, это повлечет ряд проблем. Соответственно, скорее всего, дама будет служить отдельно, это значит отдельная инфраструктура, значит, опять налоги, опять вот это все.